Весна – время наведения порядка. С 1 марта по 22 апреля в Славянске на Кубани проходит всекубанский двухмесячник по благоустройству и наведению санитарного порядка. Вооружившись лопатами, вениками, ведрами и хорошим настроением, славянцы отложили свои дела, выходят на улицы города с желанием привести в порядок дворы, парки, скверы после зимы. Недаром говорят, лицо любого населенного пункта, его красивые улицы и дворы. И это результат работы не только коммунальных служб, но и жителей, работников предприятий, организаций и учреждений. Так, студенты Славянского сельскохозяйственного техникума принялись за уборку прилегающей территории. Сегодня на территории города и территориях нашего учебного заведения работает более 800 студентов. Это территория учебного хозяйства, которая находится у нас за чертой города. Это территория лесополосы, которая ведет на второе отделение сад-гиганта. Наши студенты работают на покраске малых архитектурных форм, то есть детских площадок, трех детских площадок по улице Больничной, по улице Юных коммунаров 70, в городке Победа 222. Также студенты заняты у нас на территории наведения санитарного порядка и побелки, покраски деревьев по улице Набережной, по улице Школьной, по улице Победы. Мы приводим в порядок территорию нашего общежития, мы приводим в порядок территорию внутреннего двора и корпусов техникума. Студентка Славянского сельскохозяйственного техникума Елена Богославская за годы учебы еще не пропустила ни одного субботника. Девушка признается, на душе приятнее, когда приносишь пользу родному городу. Это сплочает наш коллектив, это, во-первых, наводит порядок на клумбах, вот, но это красота, это показывает вид нашего города. Вот. Ну, я думаю, участвовать в этом очень важно, чтобы обогатить наш как-то город цветами, вот, очистить его, ну и сплотиться коллективом. Единомышленников у Елены было немало. Ребята делятся. Работать в теплую солнечную погоду очень здорово. Да и сам субботник, по мнению студентов, дело полезное. Такой труд на свежем воздухе не только делает наш город чище, но и положительно влияет на здоровье. Студенты приходят на субботники не потому, что так нужно, а потому, что хотят принести пользу. Я считаю, что это очень важно, потому что это действительно делает наш город чище, а также приучает студентов и молодежь к общественному труду. И все стремятся что-то сделать лучше для общества. С самого утра и до позднего вечера на городских улицах кипела работа. Высаживали цветы, белили деревья, чистили парки, благоустраивали детские игровые площадки, убирали мусор. С кисточками в руках орудовали и на спортивных и детских площадках микрорайона Кубриз, на территории Славянской центральной районной больницы, а также в парке 40 лет Победы и в парке имени Григория Пономаренко. В субботнике приняли участие студенты, представители предприятий и организаций, сотрудники администрации и специалисты общественно-социального центра. Очень важно, чтобы жители тоже не оставались в стороне и присоединялись к благоустройству своей малой родины. Надежда Неткачева, Игорь Ванчугов, Александр Косицын. Программа «События».